Спортивный комплекс «Юность» встречает участников открытого мемориала заслуженного тренера России Оганеса Григорианца. Многочисленные поклонники фехтования из Омской и Новосибирской областей этим турниром почтили память известного омского тренера, преподавателя, наставника многих успешных спортсменов. Человек, который занимался всю жизнь спортом, воспитывал в институте физической культуры еще тогда всех студентов. Поэтому мемориал традиционный. И сегодня здесь в юности у нас в спортивном комплексе приехали ребята из других регионов. И достойно будут представлять, показывать свое мастерство. Я считаю, что этот олимпийский вид, он достойно представлен у нас в Омской области. Спортивная школа развивает. У нас есть все данные для того, чтобы развиваться. И спортсмены, и оборудование. Все. Поэтому этот вид будем культивировать, развивать его. Я думаю, что стараться воспитывать таких же достойных спортсменов, как у нас были призеры Олимпийских игр и чемпионов мира. На торжественном открытии ученики, соратники, родственники Оганеса Григорианца. Внучка прославленного тренера Евгения в рядах организаторов турнира. Дело чести, безусловно, организовать этот турнир для меня, потому что это мой родной человек, это не только мой тренер, это не только мой соратник, друг, и самый близкий мне человек, но это мой родственник, мой дедушка, поэтому сохранить память о нем, все, что сегодня здесь происходит, все память о нем. Первые победители получили заслуженные медали и подарки уже в стартовый соревновательный день. Амич Алексей Мазеин, курсант кадетского корпуса, заслужил бронзу. Я был лично знаком с Оганесом Павловичем Григорианцем. Это был замечательный человек. Он сам давал мне советы. И в моей сегодняшней моей победе, несомненно, есть его заслуга. Конечно, они учатся на этих соревнованиях. И для чего же мы проводим тогда такой турнир у нас в городе и в нашей области, чтобы и молодые, и более зрелые спортсмены могли научиться либо подучиться фехтовать на более высоком уровне. Фехтование – вид спорта в нашем регионе популярный, с богатыми традициями. Знания и опыт, полученные от Оганеса Григорианца, сейчас находят свое применение. Имена омских мушкетеров звучат на всероссийских и международных соревнованиях. Так, омская фехтовальщица, саблистка Алина Масейко в составе сборной России принимает в эти дни участие в мировом первенстве. Пожелаем Алине удачи!